Смертельное ДТП на юго-западе Германии. Там столкнулись грузовик и туристический автобус. Оба водителя погибли на месте. Еще 27 человек пострадали. Сейчас они доставлены в больницу. Двое в тяжелом состоянии. Всего же в автобусе, совершающем однодневный тур в пределах земли Баден-Вюртемберг, находились 30 пассажиров. Их гражданство сейчас выясняется. Этим занимается МИД.